Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Poco F6 Pro. И сейчас я покажу вам, как включить или выключить режим энергосбережения. Итак, свайпаем вниз, ищем здесь режим энергосбережения. Находим и, нажимая на него, можем его включать и выключать. Зажмем на нем пальчик, можем перейти в настройки экономии энергии. И здесь мы можем, например, не включать экран при получении уведомлений, отключить активный экран, отключать автоматически. И также можем использовать по расписанию и установить расписание. И для ультраэкономии энергии мы можем включить, отключать автоматически. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.